Чем занимается кот, когда хозяйки нет дома? А вот чем. Давно мечтал добраться до этой куклы. Уж очень она коту нравится. А симпатичная кукла? Чья ты говоришь кукла? Хозяйке принадлежит? Да. Да ничего я с этой куклой не сделаю. Так, поиграюсь немножко, она вон какая пушистенькая. Мне кажется, мы с ней подружимся. Я отдам хозяйке эту куклу. Ты же видишь, вот она сама со мной дерется. Ну я же, ну не могу просто это стерпеть. Что ты говоришь, что за куклу конкретно от хозяйки достанется? Ну ладно, я ее тогда не буду трогать, раз совсем нельзя. Тут кроме куклы полно всяких забавных игрушек. Вазочка очень красивая у нее в углу стоит. А там цветочки. А там перья. Павлиньи. Да такие красивые. Да такие пушистые. Высоко стоят, достать трудно. Ну, это кому-то трудно. А ловкому-то коту он все равно достанет. Ну, если ему такое перо нужно. Он вообще о таком перье с самого детства мечтал. Вот, сейчас мы его достанем. А зачем оно? Да это вообще павлиньи перья в углу. Это безвкусица. Сейчас уж так никто не делает. Никто не ставит павлиньи перья в углу. Это вообще некрасиво. А вот на вкус они очень даже приятные. Погрызть их, ну просто одно удовольствие. Прям как будто курочку какую-нибудь грызешь. Да. Ну и так маленько. О, перышко выскочило из вазочки. Сейчас мы его на вкус. Ой, так оно прямо вкусное. Как будто какую-то уточку поймал. И грызешь ее. Приятненько так получается. Да и красиво так. Точно интересно, хозяйки нету. Но, наверное, не обрадуется. Если узнает. А не узнает. Откуда она узнает? У ней там таких перьев полная вазочка. Сейчас этот сгрызу, и она и не заметит. Вот. Так, вкусненько получилось. Интересно. Так. Пойду-ка еще достану один. Пойду достану. Надо. Эть, не получается. Никак не получается. Ну никак. Никак. Наставят так высоко. А вот, ты что там делаешь, а? Ты что там папарацци, снимаешь меня, что ли? Я тебе сейчас фотоаппарат отберу. Что ты делаешь? Ну-ка прекрати снимать. Ты только хозяйке это видео не показывай, пожалуйста, раз уж снимаешь. А то она точно не обрадуется. Да я так аккуратненько, вот... Опа-на! Вот вазочка упала. Ну, получилось так. Ну не разбилась же. Ничего страшного не произошло. Сейчас вот перышки. Так, а что там в вазочке? А что вы там прячете в вазочке, а? Что-то там интересное. Интересно. Цветы такие интересненькие. Ну в вазочке-то точно что-то интересное. Что вы там прячете, а? Что там? Ну-ка. О, есть. Что-то поймал. Поймал. Вот. Ой, какая полезная штука. Вы ее в вазочке прячете. Не зря я туда залез. Я прям как чувствовал, что там очень полезная штучка есть, а. Вот такой можно поиграть. Если бы вы мне ее сразу дали, разве же я вазочку уронил бы? Так что сами виноваты. Я этого даже и не хотел. А это вот вообще классная игрушка. На вкус приятная. И катается хорошо. Вот сейчас буду гонять ее, как шайбу. И все. Сразу надо было кота занять такой штукой. Он бы вазы не ронял. Прямо глянь какая. Лучше мячика. Классная штука. О, замечательно. Хозяин, а ты что, меня все еще снимаешь? Ты прекрати, я тебе сейчас фотоаппарат разобью.
Прекрати снимать. Прекрати, сейчас же я тебе сейчас фотоаппарат отберу у тебя, а. И снимают, у папарацци несчастный, а. Ты смотри, хозяйке только это видео не показывай, а то нам обоим достанется. Ты понял? Ты понял меня? Хорошо с хозяином. Все разрешает. Вот только бы хозяйка не узнала, а то обоим достанется.